Привет, мои дорогие! Вы на другой кухне. И сегодня у меня рецепт бабушкиных пирожков из хрущевского теста. Мама дорогая, какие они вкусные, мягкие, ароматные. А начинка самая бюджетная. Все подробности впереди. Такое тесто можно завести и в миксере. Все высыпать в чашу и несколько минут вымешивать. Берем 430 граммов муки. Добавляю 220 миллилитров теплого молока. Сюда же весь сахар. 2 столовые ложки и 20 граммов прессованных дрожжей. Если будете использовать сухие, в 3 раза меньше возьмите. 7 граммов будет достаточно. Я все-таки перемешаю слегка и дам дрожжам немного разогнаться, то есть активироваться. Буквально пусть постоят минут 5 в теплом молоке, в муке и сахаре. Добавляем соль. Пол чайной ложки будет достаточно. И сюда, друзья, вводим 100 граммов растительного масла и 100 граммов сливочного мягкого масла. Все до капельки. Замешиваем тесто. Если будете замешивать руками это тесто, то вы сразу почувствуете, что оно прям воздушное. Из-за большого количества масла тесто не прилипает, и оно по ощущениям прям бархатное. Друзья, хорошо вымешиваем и убираем в холодильник. Как минимум часа на 4. А лучше убрать тесто даже на ночь. Решили с утра завести пирожки. Замесили с вечера. Убрали. И утром у вас готовое тесто. Его поэтому и называют ночное тесто. Хрущевское. Для начинки в небольшом количестве растительного масла обжариваем лук. Я его мелко порезал кубиком. У меня здесь 3 небольшие луковицы. Вы можете взять пару крупных. Лучок зазолотился. И еще нам для начинки понадобится 300 граммов куриных сердечек. И столько же куриной печенки. Отправляем все в сковороду. Я добавил немного растительного масла. И обжариваем до готовности. Конечно, можно было лук убрать и обжарить в одной сковороде. Но мы ускоряем процесс. Тесто я достал с холодильника. Его необходимо достать хотя бы за час до того, как вы начнете стряпать пирожки. Начинка готова. Отправляем все в мясорубку. Я, кстати, посолил по вкусу. Лук мы добавим целенький, золотистый, порезанный кубиком. А все остальное перекрутим. Соединяем все вместе, добавляю немного укропа свеженького, мелко порезанного, и черного перца. Я его только что помолол. Ух, какая красота! Уже, мне кажется, эту начинку можно съесть. Хорошо перемешиваем и остужаем. Ночное тесто, вот так оно выглядит из холодильника, достаем и обминаем. Разделил тесто на 20 заготовочек. Вот такие колобки получились. У меня по 45 граммов. Теперь раскатываем небольшую лепешечку. Вот такую. Добавляем начинку. Невероятно вкусная, друзья. Всем советую. И формируем пирожок. Хорошо-хорошо защипываем. Вот так вот. Оп. Вот такой вот пирожок у нас получается. Игрушечка. Духовку разогреваем на 200 градусов. Желток с капелькой молока. Перед выпечкой пирожки промажем. И выпекаем минут 10-12. Ориентируйтесь на свою духовку. Вот и готовы бабушкины пирожки. Друзья, невероятно легкие и очень вкусные. Я вас уверяю, рецепт проверен годами. Поэтому сейчас немного остужу и покажу, какие они внутри. Вот такая гора изумительных пирожков получилась. Они и красивые, очень аппетитные. Невероятно вкусное, тонкое тесто, которое хочется есть и есть. Ну и начинки, вы посмотрите, просто море, как я люблю. Друзья, обязательно готовьте бабушкины, моей бабушки пирожки. И будьте здоровы, и заходите к нам почаще.